За нарушение правил дорожного движения сотрудниками госавтоинспекции УВД по городу Сочи был остановлен автомобиль марки «Хонда». В общении с полицейскими водитель заметно нервничал, поэтому было принято решение осмотреть транспортное средство. В ходе осмотра в багажном отделении иномарки полицейские обнаружили 12 решеток ливневой канализации. В ходе следствия установлено, что молодой человек и его пассажир совершили кражу данных решеток на территории города-курорта. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется следствие.